диалога города Димитровград. Мы все выражаем благодарность и говорим спасибо Васе с командой за то, что они очищают реку от браконьерских сетей и незаконных орудий лова. Мы уходили с рыбалки и видели поплавок в виде бутылки. Хорошо, что был с собой спиннинг. И при помощи спиннинга была вытащена из реки вот такая вот сеть. Ну как сеть? Это косынка. Лесной Blue Fox, которая помогла нам как раз вытащить ее. Это сейчас уже вне кадра мы отпутаем, потому что сильно она ее взяла. Вот такие вот косынки стоят, вот сами знаете где. Это побережье от пляжа Русич до Песков. Обращаюсь ко всем адекватным рыболовам, спортсменам и любителям. Пожалуйста, если видите бутылку, как-нибудь спиннингом, фидерами, пробуйте вытаскивать. Потому что чем больше мы этого снимем, мы облегчим работу и Васе, и рыбы в реке будет больше. Всем спасибо!